Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Magin Holy Play. Я играю на первом сервачке. Все ссылки, как начать со мной играть, есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. А для того, чтобы вам было легче, берите и вводите мой промокод, пишите MM, 7-й пункт промокод, указать друга ютубера и вводите промокод Кирилл Гейм капсом. За этот промокод вы получите 450 тысяч. Давайте постараемся до конца этого месяца сделать 1900 промокодов. Я вам буду очень сильно благодарен. В этом видео я вам расскажу, почему я продаю машины семьи, и при вас сегодня я их продам. Но я думаю, вам эта идея понравится, потому что для тех, кто у меня находится в семье, для них это будет просто охуенная новость, я вам серьезно говорю, поэтому смотрите видео от начала до конца. Что именно я сделаю, я вам расскажу чуть позже, чтобы была какая-то интрига. Но сейчас я пойду, получается, в гараж семьи и начну продавать машины. Продавать я буду не все машины, а всего лишь 4 штуки, но зачем я их продам, вы в принципе видите. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Вот как бы наш особняк семьи находится в Батыревосе, что можете приходить к особняку и вас примут семью. Он находится реально далеко, как бы вон там вокзал, получается Батырево. И вот вы можете переплыть через речку, и вот здесь стоит особняк. Здесь пацаны-пацаночки тусуются, которые в принципе вас легко могут принять в семью. Поэтому кто желает, можете приходить и вступать в нашу семью. Вот так вот сейчас выглядит наш шикарный автопарк. Я не знаю, сколько здесь всего денег, в принципе. Ну, около там 50-60 миллионов, ну, стоит весь именно автопарк. Но сегодня мне придется продать несколько машин, чтобы купить себе кое-какой интересный автомобиль, который будет мне очень полезный, и там стоят номера, которые я очень хочу выкупить обратно. Именно поэтому я сегодня продам машины, но не спешите как бы там быковать-то меня, то что в Фоме не будет машин. Я вам чуть позже, пацаны, все расскажу. Как бы через недельку, скорее всего, может быть быстрее, в Фоме будут такие машины, что вы просто охренеете. Но давайте сейчас я продам, получается, 4 машины, это вот 2 Мерседеса, получается, я продам, потому что их сильно заносит, и не все на них могут ездить, на них постоянно рыжики разбиваются, поэтому я считаю то, что их можно продать, и также я продам 2 вот таких Ниссана Титана, потому что у нас все равно есть Рапторы, как бы. Я думаю, сначала 6 машин вам хватит на пару дней, потому что через пару дней я куплю другие машины, я куплю именно эксклюзивные тачки, которых нету ни в одной семье, поэтому, пацаны, просто ждите, будет отдельное видео, но я вам чуть позже как бы расскажу, какие тачки я куплю, поэтому видосик смотрите от начала до конца. Так, все, я снял бабочки, в принципе. Пацаны пишут, типа, зачем я бабки снимаю, дайте мне там туда-сюда. Вот, короче, я снял по ляму, в принципе, у меня 20 лямов есть. Мне еще не хватает 200 тысяч, но я эти бабки сниму просто с промокода. Вот, пацаны, реально, вводите промокод. Я вам буду очень сильно благодарен, потому что бывает очень сильно вы меня выручаете. Да, в принципе, я хочу промокод свой сделать топ-1 на 01 сервере, поэтому, кому не сложно, пацаны, вводите, получайте бабосики, как бы. 450 тысяч на дороге не валяются. Так, все, я приехал в нотариус, вот Владимир Вархан, он мне будет продавать тачку. Вот, топ-8, в принципе. То есть, именно поэтому я продал машины Фомы, но, пацаны, не спешите бомбить, как бы, то, что вот, блядь, нахуя ты продал, на чем мы ездить будем. Просто видос до конца досмотрите, я вам, в принципе, все расскажу чуть позже. Ну шо, пацанчики, забираем Магнум, топ-8, согласится. 20 500 000. Пацаны, скажу сразу то, что, ну, это обычный Магнум просто, без ничего. Там просто чип обычный, там бак стоит. Ну, короче, обычный тюнинг, там даже нитро нету. Я купил чисто его из-за номеров, потому что это были раньше мои номера. И я захотел их вернуть обратно. И вы спросите, блядь, а у тебя 2 Магнума, какого хуя? Ты охуел, блядь? Попутал рамсы или что? Дядя, блядь, ты что, блядь? Что-то ты не договариваешь. Если что, это не мой Магнум. Я его попросил на время у Евгения Мазинг. То есть это мой подписчик. Большому просто огромное спасибо.
спасибо. То есть он как бы не играет, у него есть Magnum, он дал мне его покатать. То есть у него тут третий чип стоит, не тросик, там все дела. То есть, ну, реально по кайфу будет катать рейсы. А вот этот Magnum, который я купил для себя. Это будет чисто мой Magnum. Я не знаю, пацаны, я буду, возможно, в будущем потом другой Magnum покупать. Я буду копить на Magnum хотя бы с третьим чипом. Просто я свой Magnum, когда уходил, подарил как бы пацанам. И они там его, в принципе, раздербанили, короче, номера поставили на другую машину. Magnum отдали другому человеку. Короче, моего легендарного Magnum теперь, в принципе, нету. Который был на R8, на котором пробег 280 тысяч. Он сейчас у Глеба Адигамова. Ну, как бы, были бы бабки, я бы у него выкупил. Но у меня нету столько денег, чтобы выкупить свой личный Magnum. Как бы, я понимаю то, что я подарил. По сути, я бы мог забрать, но это было бы некрасиво. Я и так забрал Мурку и Симку, поэтому Magnum я не стал забирать. Как бы, Гелик тоже не стал забирать. И ГТР тоже не стал забирать. То есть, это было бы некрасиво, как минимум, с моей стороны. Поэтому будем как бы развиваться, будем работать, зарабатывать и копить на новый Magnum. Либо выкупим Magnum как бы у Глеба. Короче, смотрите, как бы, ну, 13 владельцев, ебать, это вообще пизда. Целку надо будет подчинить. То есть, ну, здесь первый чип стоит, сигнализация, антирадар. Просто я работал в ТК на Magnum, ну, это пизда, пацаны, это пизда. Просто, ну, не могу я работать на ТК-шном Magnum. Ну, блядь, не могу, я привык, то, что у меня третий чип был. Поэтому я не могу, как бы, на обычном ездить. Хотя бы с первым чипом уже полегче. Тем более, у меня есть еще Magnum с третьим чипом. То есть, у меня будет пока что два Магнума. Просто, ну, лучше на третьем чипе покататься, чем на этом. На этом я потом буду ездить, когда у меня тот Magnum заберут просто и все. Итак, давайте начнем по порядку. То есть, тачки, да, я продал, чтобы купить себе Magnum, получается. Но я понимаю то, что вам нужно тоже на чем-то ездить. И я нашел компромисс, пацаны. Я просто возьму и куплю машины за ваучеры. Куплю две охуенные машины, а именно... Я куплю два Rolls-Royce Фому. Вот, Rolls-Royce Cullinan, он стоит 1600 ваучеров. То есть у нас уже есть там 2700, по-моему, ваучеров. Да, вот 2700 ваучеров у нас уже есть. То есть, я думаю, за недельку 400 ваучеров мы накопим. То есть, почему именно два Rolls-Royce? Я сейчас объясню. Если мы посмотрим, то здесь, в принципе, ничего такого прям пиздец интересного нету. В основном эти машины есть в автосалоне, и любая семья ее может купить. А вот именно Rolls-Royce никто не может купить, только за ваучеры, понимаете? Именно Rolls-Royce Cullinan. Он очень пиздатый, то есть статусная тачка. Я хочу купить два Rolls-Royce. Один я покупать не хочу, я хочу купить сразу два, но нам нужно купить еще немножко ваучеров, поэтому можете не помогать. У кого, пацаны, есть бизнесы, неоплаченные там, может быть, на пару дней, то можете выступать ко мне сами, помочь мне накопить ваучеры, потому что за оплату, как бы, бизнеса даются ваучеры, поэтому кто желает помочь, я вам буду очень сильно благодарен. То есть я реально пиздец хочу эти Rolls-Royce купить, самая охуевшая Фома, у которой, блядь, есть Rolls-Royce, понимаете, Cullinan именно. Там Rolls-Royce Phantom, это все хуйня, пацаны. Вот Cullinan нету ни у кого, ни одной семьи, я ни у кого не видел. И у нас их будет два, понимаете? Это будет просто охуенно, просто пушка, блядь. Я хочу, чтобы наша Фома конкретно выделялась от других. Хотя бы по автопарку, как минимум. Как бы я надеюсь, то, что вы не будете там возникать, возмущаться, обижаться, то, что вот, ты продал машины. Как бы еще осталось 6 машин, то есть, как бы, ну, есть о чем ездить. Тем более, у многих из вас есть свои машины, поэтому... Я думаю, недельку вы потерпите, пока я накоплю на Роллсы. И, в принципе, запишу отдельное видео, где я их буду покупать. Поэтому, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Всем пока-пока.